Сегодня юбилей отмечает тренер, воспитанники которого принесли Новосибирску больше всего олимпийских медалей. Виктору Михайловичу Кузнецову, воспитавшему борцов Александра Карелина и Романа Власова, исполняется 75 лет. Из-за травмы собственную спортивную карьеру Виктор Кузнецов закончил довольно рано и стал тренировать. В этой работе он добился больших успехов, воспитал много борцов греко-римского стиля, побеждавших на соревнованиях различного уровня. Виктор Михайлович тренирует также спортсменов с нарушениями слуха. Даниил Иванов завоевал бронзу и серебро на Сурдлимпиаде. Сегодня заслуженный работник физической культуры России и заслуженный тренер СССР Виктор Михайлович Кузнецов продолжает тренировать борцов в спортивном клубе «Динамо».